первый прыжок. Попытка исполнить свой коронный прыжок, четверной лутц, не удалась Александру Самарину. Падение, к сожалению, причем очень и очень неприятное. Оценка за элемент 5,75 балла. Владислав Дикиджик, первый прыжок. Казалось, 4 оборота, 15,73. Владислав Никитчик, второй прыжок. Четверной сальто выбрал своим вторым прыжком Владислав Никитчик. Это стратегия. Оценка за элемент 12,93 балла. Александр Самарин, второй прыжок. Таковы итоги этого раунда. Владислав Дикиш ждет своего соперника из следующей разминки. А кто же еще у нас в финале проходит дальше? Оценка. И, конечно же, Евгений Семененко.